Всем привет, зрителям моего канала Сад Чекалина, Сызранский район. И сегодня у нас на дворе 5 декабря. Полным ходом пришла зима, идет, так сказать. За первую декаду уже навалило снега, я скажу так, нехило. Первый снег шел 3-4 дня, потом еще с промежутками день-два перерыва, и еще валило. Вот так сейчас выглядит наш зимний сад. Часть нашего зимнего сада, так я скажу. Здесь у нас абрикосовые деревья молодые, там идет черешня и вишня. В общем, накидывали в этом году также, закрывали штамп полностью, деревья закидывали до верхнего разветвления для первого. Но у нас тут потепление было, оттепление, он маленько подтаяло. И все равно опять замело. И видите в данный момент, как сейчас заметены первые разветвления от штампа. Тут была сделана обрезка на систему куст, на разброс. Это абрикосовые. А черешню мы что-то хотели уподобиться в системе KGB или хотя бы получить с него куст. Ну, посмотрим, что получится на весеннюю обрезку на следующий год, на 24-й. Вот. Так, в этом году, я скажу, прирост у черешни был нехилый. Такие некоторые приросты достигали до 2 метров, я скажу. Но так в основном меня черешня как бы в этом году порадовала приростами. Здесь у нас вишня. Вишня тоже прирост был нормальный. У пару-тройку деревьев только там маленькие приростики. Но не думаю, что они догонят. Мы на следующий год их подкормим, сделаем подкормку и внесем некоторые удобрения также в течение лета. Тут у нас сзади, сейчас я залезу повыше, сейчас забрался повыше, снимаю с будки, вот такой вот объемчик. Там у нас сад подготовленный, то есть часть сада нашего, ну, площадка подготовлена под вишневые и черешневые деревья. Также сажаем в следующем году, еще досаживаем там черевишню будем. Нас мы протестировали, как бы посмотрели, все приживается, все растет здесь, и тот год показал себя нормально. Здесь у нас так нормально. Посмотрим, что по приплодам, но это будет все показано буквально через год, через два уже будет первые результаты, и мы посмотрим, стоит в наших краях содержать такие как бы сорта черешни, вишни, абрикоса, что они покажут. Здесь у нас смородина. Смородину, видите, как занесло, торчат только веточки немножечко. И там самое основное, это яблоневый сад, где находится 300 яблонь. Ну вот, такой сад ушел в спячку. Снимать, в принципе, нечего. Снегу навалило. Мама, не горюй. Это с одной стороны хорошо, что до морозов выпал снег. Он укрыл корневую систему, а также первый штамп, чтобы ничего не замерзло. Ну, в общем, короче, я уже так сильно не переживаю за деревья. Деревья, яблони мы побелили. Здесь мы побелили только абрикосовые деревья. Черешню, вишню не белили, потому что она еще разветвление не набрала, не закрепилась за первым штампом, естественно. Будет все потом. Ну все, что кому хотел показать сегодня, рассказать, как мы ушли в зиму. Все, будем ждать весны. В течение зимы будем заниматься всякими вещами, заказывать с Алиэкспресса также вещи, которые нам понадобятся в процессе нашего сада. Ну, естественно, показывать вам, чего новенькое заказали, чего прислали, какие
будем использовать химикаты в процессе. Ну все, смотрите. Не забывайте нам классы, лайки ставить. Подписываться также на наш канал Садчикально-Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи, ребята.